Торжественное чествование лучших выпускников прошло в зале администрации Десногорска. Ребят пришли поздравить представители органов власти, общественных организаций и, конечно, счастливые родители и педагоги. В этом году во взрослую жизнь отправятся 188 выпускников. 11 ребят удостоены золотых медалей. Заместитель главы Александр Новиков поздравил вчерашних выпускников с высокими результатами учебы. Впереди вас ждет большая жизнь. И с сегодняшнего дня уже изменилось то, что теперь всю ответственность за ваши действия, за ваши поступки, за ваши решения будете нести вы сами. Уже не родители, вы полностью взрослые люди. Я хочу сегодня от имени главы муниципального образования города Десногорск Смоленской области Андрея Николаевича Шубина искренне поздравить вас с выпускным, с окончанием обучения. Сказать, что вы огромные молодцы, приложив столько усердия, столько сил для того, чтобы заслуженно получить эти медали. Александр Александрович вручил выпускникам медали и памятные адреса от главы муниципального образования город Десногорск. Слова благодарности педагогам звучали от родителей выпускников. Каждый учитель, каждый руководитель гордится, поддерживает и в трудную минуту всегда протягивает руку помощи. Спасибо вам огромное за эту помощь, за то, что наши дети смогли добиться таких успехов благодаря вам. По традиции, лучшие вчерашние школьники оставили свои подписи в книге почетных выпускников. Выпускница первой школы Татьяна Сидельникова признается, что получить эту медаль ей было непросто. Но если честно, с 1 по 4 класс у меня не было никогда всех пятерок. У меня была один раз только пятерка по математике, остальные у меня всегда четверки были. А потом, когда я пришла в 5 класс, я подумала, ну, а почему бы не быть отличницей, это же прикольно. Вот. И вроде бы сначала было тяжело, приходилось учиться много, запоминать. Но в 9, 10, 11 я уже не напрягалась сильно, потому что уже была основа заложена, и я как-то следовала по пути, который положил изначально, и все. Впереди у выпускников большая взрослая жизнь, но воспоминания о школьных годах они будут хранить всегда.